Зачем нужен личный кабинет? Личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга – это информационный ресурс на сайте Росфинмониторинга, который обеспечивает электронные взаимодействия его пользователей с Росфинмониторингом в целях надлежащего исполнения обязательных требований по ПУДФТ. Личный кабинет – это универсальный механизм коммуникаций. Используя личный кабинет, вы сможете получать актуальную информацию о рисках ОДФТ, актуальных типологиях, а также специальных индикаторах, которые позволяют эффективно выявлять подозрительные операции и информировать о них Росфинмониторинг. Через личный кабинет организации и индивидуальные предприниматели оперативно получают результаты национальной и секторальной оценок рисков, методические рекомендации и информационные письма. С помощью личного кабинета пользователи могут по зашифрованным каналам связи направлять сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о подозрительной деятельности. Личный кабинет обеспечивает пользователям онлайн доступ к актуальным перечням лиц и организаций по линии ФТ, ФРОМУ и МВК. Пользователи получают доступ к перечню ссылок на открытые источники информационных баз данных иных ведомств и имеют возможность использовать данные для идентификации и оценки рисков своих клиентов, а также доступ к информации о своих рисках и комплексной оценке в режиме реального времени. Помимо этого, личный кабинет позволяет проходить дистанционное обучение, проверять свои знания. Росфинмониторингу личный кабинет позволяет лучше понять специфику деятельности субъекта первичного финансового мониторинга, сформировать досье по каждому субъекту финансового мониторинга. В этом досье содержится информация о том, соблюдает ли субъект надзорных мероприятий требования законодательства. Вся информация регулярно анализируется и оценивается. Личный кабинет не только инструмент дистанционного мониторинга, но и элемент управления комплайенс-рисками. На основе полученных данных каждой организации присваивается один из четырех уровней риска. Красный цвет критерия риска предполагает принятие незамедлительных мер по устранению замечаний в части организации и осуществления внутреннего контроля. Оранжевый и желтый – о наличии незначительных, но требующих внимания пользователя замечаний. Зеленый цвет – говорит о приемлемом уровне комплайенс-риска. Еженедельно система автоматически пересчитывает показатель интегральной риск-оценки. Задача субъекта антиотмывочной системы – самостоятельно перейти из красной зоны риска в зеленую. Для этого достаточно провести мероприятие по устранению замечаний и предоставить Росфинмониторингу требуемую информацию. Если в системе внутреннего контроля организации будут выявлены недостатки, Росфинмониторинг сообщит вам о необходимости устранить нарушения. Таким образом, пользователь сможет самостоятельно исправить эти недостатки, снизив свой уровень риска ОДФТ. Через личный кабинет проводится анкетирование, благодаря которому Росфинмониторинг получает дополнительную информацию о субъекте первичного финансового мониторинга и секторе, в котором он работает. Такое взаимодействие положительно оценивается Росфинмониторингом, так как свидетельствует о желании субъекта взаимодействовать по вопросам соблюдения обязательных требований. Если у вас при надлежащей проверке клиента по базам данных других ведомств обнаружены факторы риска, вам необходимо запросить у клиента дополнительную информацию, в том числе об источнике происхождения денежных средств, провести более углубленный анализ его деятельности. В случае выявления подозрительной операции или сделки, необходимо отправить формализованное электронное сообщение через личный кабинет в срок не позднее 3 рабочих дней после выявления операции или сделки. Направление сведений о подозрительных операциях является одним из эффективных способов снижения рисков субъектам первичного финансового мониторинга, а сами сообщения – информационной основой для работы Росфинмониторинга. Росфинмониторинг информирует субъекты первичного финансового мониторинга об актуальных рисках и типологиях. Это позволяет им быстрее и эффективнее выявлять подозрительные операции.
Вместе с тем, организации могут сообщить в Росфинмониторинг о новых схемах отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, которые они сами выявили. Информационная техническая платформа личного кабинета сертифицирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации. Мы делаем личный кабинет удобнее и информативнее для вас. Мы надеемся на эффективное и плодотворное сотрудничество, которое позволит снизить регуляторную нагрузку на бизнес и будет способствовать повышению уровня законопослушности.